Всем привет, уважаемые любители хороших игр, с вами Северс, мы продолжаем проходить Доблестные сердца. Мы играем за Эмиля, сейчас мы должны помочь Фредди. Да, нам нужно уничтожить, получается, орудия, которые нам указали, где они находятся. То есть вот где-то там на фоне карты находятся орудия, которые мы должны уничтожить, чтобы вот эта бомбежка прекратилась. Что такое? А ты чего остановился? Тоже хорошо, ты у меня самый большой-большой молодец. Так, у нас тут... Это, я извиняюсь, что сейчас было. Так. Колесо. Нам тут журнал предлагают посмотреть. Угу. Фронтовый рацион. Бесперебойная поставка продуктов питания миллионам бойцов. Была настоящая головной болью для тех, кто занимался снабжением. Ну, кто бы сомневался. 18 месяцев спустя. Воюющие стороны засели в окопах и траншеях, пытаясь отбить друг друга хоть бы клочок земли. Колючая проволока. Она появилась в 1874 году, используется еще до войны. Однако именно с началом оппозиционных действий Первой мировой она получила повсеместное распространение. Тысячи тонн материалов отделены на возведение ограждений нейтральной территории. Верден. 21 февраля. Это мы, по-моему, уже видели. Это повторение награды. Наиболее известной французской наградой Первой мировой войны стал военный крест. Около 2 миллионов награжденных. Германской железный крест. Его получили около 5 миллионов бойцов. Основной наградой для русских солдат стал еще один крест, георгиевский. Не менее 1,5 миллионов награжденных. Тут про ордена и медали. Очень интересно на самом деле. Просто взять, почитать. Так, что тут происходит? Что мы тут делаем вообще? Так, это нам надо. И... я куда-то, по-моему, далеко убежал. А копать можно? Так, подожди. Вот. Отлично. Что-то мы раскопали. Стоять! Я не взорвусь? Нет, не взорвался. А тут ничего нет. Что копал? Зачем копал? А тут сейф. Сейфе ключи. А, так, а вагонетка... спустили вниз. А наверху, видимо, стоит это такое, такое устройство. То есть подвели, загрузили. О, так вот мы с чего стрелять-то, собственно, будем. Так, ключи открывали. Открыли. Получили шестеренку. Подняли. Повешали. Так, направо от мельницы. И над тремя деревьями. Это, видимо, координаты, куда надо будет стрелять, где находится оружие врага. Ага. А вот здесь все понятно. Вот здесь нужна шестеренка. Сейчас мы ее с дерева снимем. Тан-тан-тан-тан. Ничего. Сейчас мы всем поможем. Я тебе советую отойти оттуда. Вот. А вот и... это не шестеренка. Рукоятка. Ага, то есть, скорее всего, нам придется вот это орудие наводить на цель. Значит, мы вот это ставим сюда. Так. Вот это... поднимаем наверх. То есть вот это у нас управляет, скорее всего. Да, сюда. Опускаем вниз. Так, теперь... а, теперь поднимаем. Я дико извиняюсь, но вот где вот этот снаряд там лежал? Ну так просто, чтобы... ладно. Чем больше, тем лучше. Так, заряжаем. Ага, так, теперь у нас есть три рукоятки, видимо. Одна для того, чтобы зарядить, вторая для того... так, вот это, наверное, да? Да, зарядили. Ну, вот, отлично, все, зарядил. И теперь мы стреляем.
Нам нужна справа от мельницы. То есть вот она мельница. Справа от мельницы и над тремя деревьями. Да-да-да, справа от мельницы и будет три дерева. А, вон внизу три дерева. То есть вот куда-то сюда, да? Точное попадание. Мощная артиллерийская поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. И снова встреча старых друзей. Командование узнало о боевых подвигах друзей и решило наградить их за проявленную храбрость. От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Почти ежеминутно по одному французу и немцу. Кошмар. Это продолжалось почти 10 месяцев. Восьмое мая 1916 года отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон, ключевой пункт германской обороны. Лучшие бойцы. Все просто, пробираешься и просто кулаком. Вообще элементарно. Дуамон, Франция, 8 мая 1916 года. 1916, естественно. Факты. Форт Дуамон. Дуамон стал одним из символов Верденской битвы. Каждая из сторон использовала его в пропагандистских целях. Германцы захватили форт в феврале 1916 года, в октябре союзные войска сумели его отбить, хотя и ценой больших потерь. Форт был поврежден сильным взрывом, который уничтожил 800 находившихся внутри немецких солдат. Правда, взрыв этот был не устроен не каким-то самоотверженным героем. Причиной стала обычная печка, оставленная без присмотра. В ходе возникшего пожара огонь добрался до запасов горючего и боеприпасов. Вот это интересно. Огнеметы. Первыми огнеметы использовали германские войска. То есть, видимо, нам предстоит увидеть живые огнеметы. Ну что, побежали? Бежим, бежим, бежим. У нас целая миссия — захватить форт. Начинается минное поле. Мина вот здесь. Мина вот здесь, мина вот здесь, мина вот здесь. Мина здесь, здесь, мина здесь. Так, а тут чего? А тут ничего нет. Ага. Туда нельзя. Собака. Так, а может быть подкоп надо прорыть? Точно. Там, то есть, мины есть. Это что такое? Так, 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 это, видимо, пар, да? А куда дальше? А, понятно. Лопатку? Лопатка саперную напоминает. То есть, вот это пар, и мне надо вот туда, направо, вверх. Понятно? Все. Все, пока, 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 ребята. Завис. Все, вы меня не видели, я вас тоже не видел. Отлично. Так. А вон она, видимо, внизу и печка. Пар. Так, а он получается как работает-то? А, надо вниз. Это не пар, это дым. Простите. То есть он подкидывает дров. А там туннель. Ага, все понятно.
Вот, дрова заканчиваются. Отлично. Теперь можно и копать. Все, отлично. Копаем. А что не роешь-то? Вот. Да-да-да-да-да, развлекайся пока. Yes. Это я уже, видимо, в форт попал. Туда нельзя. А с другой стороны его можешь подпукать? Ага. Лови. Да-да-да-да-да-да-да. Я уже думаю. Ну и как с этим делать? А это что такое? Ау, здрасте. Огнеметы. Так, тут у нас что? А тут у нас чучело. Ага, мы можем брать чучело, ставить. И ставить чучело вот сюда. Так, если мы поднимемся, нас спалят, да? Скорее всего. Потому что как только он видит чучело, если я поднимусь, тоже спалит. А нам надо каким-то образом наверх пробраться. Тут вон динамит. А вот это что дает? Переворачивает. То есть нам надо зажечь печку, чтобы к нему туда... Ага. Чемоданчик. Так, тут я ничего сделать не могу. Я увидел, что вон динамит. А... Получается, собака должна залезть. Нам нужно как-то поджечь. Есть... О! Есть, кстати, идея. Он же все равно будет поджигать его. Заодно подожжет и вот этот котел с дровами. А мы потом с помощью этих дров сможем затопить печку. Да-да-да-да. Молодец. Отлично. И зажигаем печку. Ничего, сейчас мы все сделаем. Блин, нужна мне подсказка. А ты думал, отлично. Молодец. Чего? Кстати, хорошая идея. Вот, динамит. Где динамит? Так, стоп. Надо сначала сломать, да? Берем динамит. Берем. Хороший песик. Давай динамит. Динамит пусиком, не игрушка. А теперь... Лови сюрприз. Я забыл, что он должен. Молодец, он же сам, собственно, дал огня. Я через этот огонь, он у меня пролетел. А у меня вопрос, а я к Милю не должен спуститься? А... подождите. Я ж не могу дальше, да? То есть мне нужно обязательно им пройти. Да, не могу. Ладно, пойдем за Фредди. Спускаемся вниз. Туда мы не можем. Идем дальше. Бежим, бежим. Ага. Ну развернись. Молодец. Ага. Ты думал. Ой, еще один. Так, ты меня не видел, я тебя тоже. А это что такое? Наверх можно, кстати, залезть. А вот здесь. Копай не хочу. Сверху люк. Кольцо какое-то. Голд. Что-то там. Кого хоть набрал-то? За тех, кто погиб, действие выполнено. А что я сделал?
Кто-то сделал. Немецкое кольцо. Железное кольцо с гравировкой Gold Cup in Für Jessen. Золото отдам я за железо. Такие кольца получали те, кто сдавал на финансирование немецкой военной машины. Угу. Ну, тут-то понятно. Ладно, спускаемся вниз. Мне надо как-то Эмиля сюда провести. А Эмиль не хочет идти. Ты меня не видишь. Ты меня не видел, я тебя тоже не видел. Здесь никого нет. Тут у нас пусто. Тут у нас пусто. А тут у нас... А зачем я сюда пошел? Ага. Ладно, сам виноват. Так. Ага. Ну как бы... По-моему, все просто. И через огонь. И вот так. Отлично. Целую дверь выбил. Что-то как-то просто. Идем дальше. Сюда нельзя. Опять меня куда-то заняли. А я тебя нашел. Ну все. Слушай, сколько раз его уже. Это что? Это мне не. Так. А ты? А как ты? А как ты? А никак. Так. Надо посмотреть, что там с правой стороны. Все. Ты меня не видел, я тебя тоже не видел. Отлично. Динамит. Сейчас мы также дверь взорвем. Собака, отойди оттуда! Бессмертный щенок. То есть я в дверь попал, но... Так. Не туда. Вот туда. А это чтобы наверх кинуть, все понятно. Отлично, я беру. Так. Ага, делаем это синхронно. На. Вообще я не туда планировал. Вообще я в этих хотел кинуть. Подожди, я тебя догоню. Посмотри, а какой он шустрый. У нас ничего нет. Красивого. Интересно, мне ничего нету. Планы какие-то. Ну, кстати, вон тот же цепелин, тот же танк. Те же чертежи. Значит, вот этот военный ученый, он тоже здесь. Так. Так. Да я до тебя доберусь, погоди. Ай-яй-яй-яй-яй. Вниз. Так, если мне надо закинуть сверху, то это надо сделать как-то вот так. Вот, отлично. Все ясно. То есть надо кидать как-то вот так. Да, ну давай быстрее. Отлично. И вниз. Раз. А вторая. Вон она, да. А, все оказалось проще, чем я думал. Ну и, соответственно, здесь он должен как-то вот так пролететь, чтобы залететь правую горелку. Еще сейчас я до тебя доберусь. Это да. Не туда. Да я понял, что не туда. Ладно, еще раз. Вот так.
Да. И минус 2. Ага, не ожидал. Я чувствую, я так всю игру буду за ним бегать. Молодец. Да вы что, серьезно? Молодец, уважаю. Где? Куда? Побежали. Чё? Кстати, а куда делся? Ладно, ладно, побежали. Это кто? Это что? Танк, что ли? Еще и с горелкой. Бежим отсюда. Закрыть. Все, вот, отлично. Он наконец-то забрался. Побежали помогать. Все, бегу. Сейчас мы его. Тут он же от нас никуда не денется. Так, один здесь. Вот там второй, видимо, да? Кстати, лестница. А, не работает, жалко. Ждем. А зайти я не могу, да? Молодец. Ладно. Дубль 2. Надо быстро зайти, забрать и уйти. Все. То есть как только он начинает, сразу вот так забрать. А, я уже забрал. И обратно. Все. Тебе показалось. Не смотри сюда. Отлично. И чего? У меня ж нет ничего. То есть все-таки надо его вырубить. Ладно. Отлично. И за ним. На. Ну я ж сюда не зря пришел. Это я забрал. Тут у нас казарма. Тут у нас ничего нет. То есть все-таки придется как-то. А как? У меня ни приманок, ничего нет. У меня даже собаки нет. Все-таки вот лестница. Вот лестница же, нет? Ладно, зайдем еще раз. Вот, отлично. На втором этаже же можно раскопать. Угу. Так, здесь на всякий случай проверяем, пусто. И пошли копать. И наверх. Или мы наверх не можем? А мы наверх не можем. Не, вы меня, конечно, извините, но так бегать надо. А, это так должно было быть, да? Ладно. Так, спокойно. Сейчас я уже почти добежал. Ничего, сейчас ты у меня получишь. Так. Газовая горелка. Нам надо подвинуть вот сюда. Подтянули. Теперь нам надо сделать вот так. Нет, не так. Нам надо бочки. Я понимаю, что нам надо бочки.
так, что ли? Так как так-то? Еще раз. Ну вот так. Слушай, не успеваю. Куда-то надо кинуть, причем кинуть так, чтобы она слетела вниз. Я не успел. Еще раз. Да я понимаю. Держитесь, ребята. Вот, поднимаем. Поднимаем вверх. Подняли. Дальше. Берем вот эту. А вот это зачем нам нужна? Вот такое ощущение, что нужно взять гранату, кинуть ее так, чтобы он отрикошетил. Вот. Отлично. Получай. Стоп. Ладно, еще раз. И... А почему... не успел. Ну что ж такое-то? Ну все понятно, за то, что делать надо. Просто это надо делать очень быстро. Не попадаешь, все равно кидай. То есть надо вот там, где машинное отделение, вот танка, туда, видимо, как минимум две закинуть. Я понял, что надо делать. Вот, раз, подняли, опустили вот примерно вот до вот этого уровня. Взяли и кинули. Раз. Взяли и кинули. Два. На тебе обе сразу, чтобы жизнь много показалась. На тебе три. Еще? А, то есть просто надо его вот так закидывать, да? Привет. И пока. Ну типа, да вы посмотрите на него. И просто форт с лица земли стерли. Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Жалко. Видимо, мы завершили главу. Давайте на этом остановимся. Да, третья глава. Маковые поля. Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миэле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение – нужно бежать. Давайте, правда, закончим вот на такой немного грустной ноте. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующей серии.